Всем привет! Меня зовут Смирнова Кристина, и я хочу сегодня с вами поговорить о прекрасном, о французской косметике, о Нирей, а точнее о вот такой вот программе, лифтинг-программе Lift Impact Aid от Нирей. Нирей — это французская косметика с приставкой Монако. Вы здесь можете увидеть эту приставку. И фишка заключается в том, что этой косметикой пользуются монархи по сей день. Хотя косметика с 68 года на рынке Европы и многих-многих стран. В России она зашла буквально несколько недель назад, но уже взорвала все российские рынки, все девчонки хотят себе эту программу. Эта программа очень крутая, эффект прям сразу, эффект действительно классный. А если вам интересен состав, я приложу ссылочку, посмотрите его отдельно, я не буду на этом отвлекаться сегодня. Я вам сегодня хочу рассказать, как же правильно наносить эту программу. Программа Lift Impact Aid от Нирей. Начнем с чего? С того, что вот здесь, с другой стороны, есть полностью инструкция на русском, а внутри это выглядит вот так. И здесь 8 саше очищения, 8 саше лифтинга. Здесь у нас специальные направления, как правильно делать массаж. Ну, а теперь про само нанесение. Прежде чем наносить программу, я рекомендую вам убрать волосы от шеи, от лица и затянуть их как можно туже. Они вам будут мешать. Но не стягивайте их, пожалуйста, на затылке. Делайте это выше, потому что вам потом придется полежать. Первое. Второе, что вам нужно сделать, убрать серьги, убрать все украшения, потому что нанесение маски будет аж до зоны декольте. Третье, что вам нужно сделать, это постараться остаться одной, чтобы уделить себе 30-40 минут. И четвертое, что вам нужно сделать, вам нужно подготовить заранее какую-то салфетку, полотенце, все что угодно. У меня это обычная косметическая салфетка от Greenway, которую я укладываю в стакан с водой, потому что салфетка очень быстро высыхает, и потом, в общем-то, нет нужного эффекта, о чем я говорю, вы поймете чуть позже. Приступаем непосредственно к нанесению маски. Прежде чем наносить очищающее средство, я рекомендую вам все-таки отдельно снять макияж. А после этого уже наносим очищающее средство. У вас должно быть чуть влажное лицо. Наносим полностью все саше на кожу. И вот такими круговыми движениями взбиваем до легкой пенки. Массируем около 2 минут. Массажные движения, как правильно делать массаж, у вас показано вот здесь. После этого смываем хорошенечко все очищение. И чуточку промакиваем лицо. После того, как вы промокнули лицо, нам нужно опять его увлажнить. Но, пожалуйста, не делайте это обычной водой. Если у вас нет каких-то специальных увлажняющих тоников, которые вы можете щедро нанести на лицо, кожу, шею и декольте, то, допустим, я бы вам рекомендовала бустер от Nice Scott из компании Greenway, либо другие какие-то увлажняющие тоники. Если совсем ничего нет, возьмите минералочку и хорошенечко увлажните лицо. Лицо должно быть прям влажное. Мы очистили лицо, уже первый этап сделали, увлажнили его хорошенечко либо увлажняющим лосьоном, либо минералкой. И приходим ко второму этапу. Смотрите, здесь саше достаточно большое, 10 мл. Многие говорят, что можно использовать наполовину и оставить на второй день. Ни в коем случае используем все саше. Для удобства нанесения, пожалуйста, выдавите все саше в нужную емкость и распределите его на лицо, на шею и на зону декольте. У вас в итоге должна маска покрывать все лицо, всю шею и вот так вот захватывать до ключиц. Когда вы нанесли всю лифтинг-маску на лицо, опять же пройдитесь массажными движениями по лицу. Для чего это нужно? Для того, чтобы ваши мышцы расслабились. Вам потребуется теперь полчаса. После того, как вы нанесли и хорошенечко помассировали по массажным движениям лицо, шею, декольте, ложитесь. Ложитесь и ни с кем не разговаривать, не улыбаться, ничего. Подключайте любимую музыку или какие-то обучающие ролики и наслаждайтесь 30 минут тишиной. Прежде чем лечь, не забудьте, что у вас должна быть рядом салфетка с водой, чтобы потом смочить маску. Как же работает эта маска? Здесь в составе ирландский мох. Это водоросли. В первую очередь работают именно водоросли. Они начинают активно разгонять кровоток. Вы можете почувствовать легкое покалывание, возможно, нагрев, возможно, холодочек. У всех по-разному. Не пугайтесь этих ощущений. Они у вас будут примерно 15 минут. В зависимости от типа вашего кожи. 5-15 минут. Дальше маска начнет застывать. И здесь самое главное. Вы должны лежать так, чтобы у вас вся шея была прямая. Ложитесь без подушки, чтобы вы полностью расслабили плечи, чтобы они у вас были ровные, чтобы у вас была ровная шейка и, соответственно, расслабленное лицо. Потому что маска начинает застывать для того, чтобы сыграла дальше мышечная память. То есть маска в застывшем состоянии, словно корсет, начинает подтягивать ваше лицо и
Таким образом происходит вначале лифтинг за счет экстрактов, а далее лифтинг механический. Здесь, честно говоря, чем дольше вы вылежите, тем лучше. У меня получилось пролежать аж 40 минут. После этого, после того, как вы пролежали 40 минут, не шевелились, не меняли положение, не разговаривали, не улыбались, после этого достаем салфетку из стакана, отжимаем и промакивающими движениями хорошенечко промакиваем всю маску для того, чтобы снять эффект вот этот вот удерживания, да, эффект крепления. Это обязательно нужно делать, потому что если вы встанете с этой маской и пойдете к раковине, ну, к сожалению, вам будет очень неприятно. Поэтому позаботьтесь о себе заранее, влажную салфетку, и промакиваем всю маску, снимая вот это вот физическое напряжение. После этого вы смываете всю маску. После того, как вы смыли всю маску, нужно обязательно сделать ваш ежедневный уход. То есть у вас должен быть после этого обязательно тоник какой-нибудь по типу кожи, возможно, сыворотка, если вы ими пользуетесь, и обязательно уходовый крем. Если вы не совершите эти процедуры, к сожалению, все, что вы сделали до этого, пойдет на смарку. Почему? Потому что эту маску, ну, то есть, понимаете, она проникает внутрь, вглубь. Но при этом, если вы не укрыли дальше лицо и не защитили свою кожу от внешнего воздействия, от пыли, от грязи, от токсинов, то, к сожалению, это все проникнет вглубь. Ваши поры будут открыты после этой маски, имейте это в виду. В общем, я рекомендую вот такую вот лифтинг-маску абсолютно каждой женщине. Это действительно королевский уход за собой, который сравним с косметологической процедурой, при этом стоит очень вменяемые деньги, если из расчета на одну процедуру. Я себе уже приобрела не только эту процедуру, но и многие другие средства от Ани Рэй. Если вам интересно, пожалуйста, подписывайтесь на меня, переходите по ссылкам, которые я вам ниже оставлю, и можете задавать любые вопросы, я на все отвечу. Всем пока!